Дому музея Ленина 10 декабря исполнится 100 лет. Однако для посетителей в свой юбилей он будет закрыт. Там продолжается косметический ремонт. Сроки его сдачи сдвинулись. Напомним, что планировалось только перекрасить полы, подоконники и обновить веранды. В процессе производства работ появилась проблема с полами. То есть здесь был порядка, наверное, 7-10 миллиметров слой лакокрасочный, с перемешку с мешковиной, и его отремонтировать просто так фактически не получилось. И после этого было принято решение снять весь лакокрасочный слой с полов, который оголил новые проблемы. Как оказалось, первоначальная деревянная доска была использована не шпунтованная, то есть неровная. Теперь придется выравнивать полы при помощи шпаклевания. Но это еще не все проблемы. В смете были заложены материалы иностранного производителя, которые в необходимом объеме на российском рынке практически отсутствуют. Поэтому решили поменять материалы на отечественные аналоги, что предусмотрено техническим заданием. Для этого были сделаны в комнате Володи пробные выкрасы разными красками. В настоящее время по аналогу технический надзор отрабатывает. То есть были закуплены образцы, сделаны пробные слои, все слои, причем грунтовка, армирование, шпаклевание, покраска. И вот фактически сегодня вечером уже будет результат технического контроля того слоя, который получился. Заместитель директора Ленинского мемориала Мария Кудяева надеется, что ремонтные работы завершат до 31 декабря, как прописано в контракте. И мы еще какое-то время потратим на то, чтобы полы встали. Вот, далее у нас процесс монтажа экспозиции, он займет где-то около 2 недель. То есть мы все-таки планируем к 21 января, к дате столетия памяти Владимира Ильича Ленина, полностью уже запустить экспозицию и открыть музей для посещения. Праздничные торжества по поводу столетия Дома-музея Ленина пройдут 8 декабря в квартире музея семьи Ульяновых в Малом зале Дворца Губернаторский и на административной территории Дома-музея Ленина. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.